Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буде відос із розряду «Не повинно його було бути, але…» Знімати починали, тому що ми прийшли на роботу. Вже огляд іде, і я дивлюсь, Audi стоїть, Q5 трьохлітрове. Я-то знаю, що нам такі приїжджають, котрим завжди дають отак під хвоста. І всі машини, ну безліч машин, приїжджають трохи кончені. Тому почали знімати. Опять, чтобы они так, болты не крутились, крыло тоже не крутился, антифриз на месте. Трещины на старенблоках, там либо ухо вареное, вот, на это мы будем смотреть снизу. А здесь сколы были? Тоже все хорошо, двери тоже эти не отнимались. Друзі, отут важливо показати, який автомобіль був, тому що якщо на чисту забити оцей ВІН-код в Google, він нічого не покаже. І це не вражаючи на те, що автомобіль американський. Так, дійсно буває. Але є сервіс CarVertical, і тут ми бачимо, що по ньому було ДТП. Але цього ніхто не скриває, нам треба подивитися фотографії, які вони були. І, до речі, також тут можна подивитися пробіг. Зараз ми бачимо, що на стан продажу автомобіля пробіг був 116 тисяч кілометрів. Далі ми задамо питання хлопцю, що продає цей автомобіль, і з'ясуємо, чи бреше він, чи ні. А далі зараз побігли. Так, цей автомобіль, він вже продавався тут з цими фотографіями, і нам трошки нижче. О, ось ці фотографії на аукціоні. Тобто в 20-му році він був придбаний, ми бачимо, що тут нема лише заднього бампера. Тобто питань і підсилювача бампера також нема. Так що вся питання по задній частині автомобіля. А якщо подивитися на сам автомобіль, ну він скрізь цілесенький і питань по ньому взагалі немає. Ну, тобто, всі фотографії, так як автомобіль приїхав зараз, так він і був тоді на продажу. Тому ми розуміємо, що з цим автомобілем щось не так ззаду, і ми зразу ниряємо не кудись, а тупо в задню частину. Треба сказати коротко, що таке CarVertical. Це сервіс про історію автомобіля. Там можна подивитися, чи скручений пробіг, чи був ДТП, якщо був ДТП, які фотографії, скільки в нього було ДТП, чи був він в таксі, чи був він викрадений. І це по, здається, 29 державам в світі. І хочу сказати ще одне зауваження. Іноді кажуть, що ми на CarVertical даємо запит і приходить звіт там 11 кілометрів, 17 кілометрів. Таке іноді буває. Особливо, наприклад, в Україні купується автомобіль, в Україні купився, в Україні народився, в Україні продався і за весь цей час не було у нього ДТП. І тому ніяких інформації про нього там не буде. Якщо у вас виникла така ситуація, що вам прийшов пустий звіт, не розчаровуйтесь, пишіть їм, і на протязі 30 днів вони вам повертають або кошти, або дають ще один новий звіт. І, до речі, з промокодом 1авто, котрий ми тут причепимо, ви можете це робити на 20% дешевше. Силочка на посилання буде під відео. Сделано очень неплохо. Говорю, сделано очень неплохо. Ну, це оригінальний фарбок, показує. Не, я про заднюю панель. Два глушника, где он стоит? Украинский кисей. Нет, это польский стоят. Ну или польский, я не знаю. Ну, вы же кажу, робили. Не, по объему, по объему... Компания робила та, что... Та, что пригоняла на машину. Вот они робили выхлоп, ставили бампер и ставили фарковку. Короче, жесткий следов грифтовки. Нет, это какой-то лучайзинг стоит. Тут додатковая сигнализация стоит? Нет. Вот это что? Це фарков. Ага. Сарайчик-то не задрочений? Не задрочений. Бампер стоїть на зазорі. Немножко некритичного є. 100. Скільки у неї пробіга? 161. 161. Масла нету. Щастя. По кузову у нее все нормально. Мне бы уже интересно заглянуть в ее мозги и посмотреть на нее снизу. Надо посмотреть во все жидкости, чтобы
не было в антифризе масла, в масле наоборот антифриза. Это если где-то пробить теплообъемник, теплообменник, то вот тут вот будет беда. Півроку тому, короче, 10 тысяч назад меняли натяжники цепки, сказали до цепок нехер лізти. Я ну я сюди, після ваших слов, що не треба міняти, я дивлюсь, що туди вже хтось лазить. Ну все одно, то що ви кажете, це чудово, але нам це треба перевірити. Бумаги – це дуже класно. Вот это извращение, все не люблю. Да, руль, похоже, что перешивали. Да, руль перешивали. Работает этот, работает. Так, шторка не провисает. В принципе, стелю снимали, потому что переклеили, релем не снимали, стелю снимали. Та говорите вже самі, щоб не говорили. Говорите вже самі, що не так. Ні, що... я там стелю знімали, бо релінги фарбували. Та я понял, понял. Ні, ви що говорите, а може щось побачили? Ні, а що мені бачити? Так, все, працює. Цепляє? Ні. Стекло заднє оригінальне. Колесо 15-го, передние колеса 18-го. А по высоте протектора? Задние уставшие, передние нормальные. Блин, такие чистые перчатки, что у меня аж не хота туда. Резина разная, блин. Разная в смысле по рисунку? Да, это очень плохо. Чому треба дивитися на колеса? Ну, по-перше, треба дивитися, коли вони випущені. Тобто, якщо гума дуже стара, вона становиться така, дуже як пластмаса, тверда. І її властивості дуже порушаються. Але в даному автомобілі стоїть тупо різна гума на одній осі. Тобто допускається на одній осі одна гума одної фірми, одної дати випуска. На другій осі друга фірма, друга дата випуска. Але на осі повинні бути два однакових колеса. А тут стоять різні. Ну, в смислі, нам ендоскопом треба туди свою харю засунути. Віктор, тут треба би ще свічі поміняти. Підгорало трошки. Да не, это еще не под... Не, ну трошки есть. А что это за синяя херня? Зеленая. Потом сюда заглянем. Виктор, извините. Я понял. Лезем сначала в ходовую. Эх, блин, засрал новые рукавички. Еще подобное, я задал вопрос. Что-то делали, не делали? Что-то колхозили или нет? Он сказал нет. Ну все. Витя, а еще чуть-чуть, пожалуйста. Пошатай, пошатай. Ну, вправо-лево. Не, показалось, нормально. Слегка потресканные, но абсолютно целые. Не текут, отбойники живые. Вовнутрь мы заглянем чуть попизже. Колодки тоже довольно большие, аж засмотрелся. Я хотел спросить, что за колодки такие злые стоят, которые диск жрут. Есть подозрение, что это АТЕ керамик, потому что даже пыли нету на них. А, тут же швот есть, не, нифига. Лишь только показалось. А есть у тебя толщиномер с собой? Да. Отдай, будь ласка. Да, красились. И шпаклевались. Ты батарейки когда менял? Что, сдохло? Сдохло. Что, идти за своим? Наверное, да. Это первый раз у тебя в руках глюкнуло. Вот как глюки, так сразу у меня в руках. Да, у него была бордюрная болезнь, но сказать, что он вареный, я пока не вижу. Сейчас я закончу с диском. 400, 300, 400, 300, 600 практически, 560. Суппорта не подклинивают, диск ровный, красивый, пружина не рэпнувшая, а вот аморт уже потеет. Угу. Этот диск тоже ровный, суппорт не подклинивает, состояние тормозных шлангов очень неплохое. Кузов, датчик положения кузова нормальный, тяжка на нем нормальная, задняя пружина целая, не разваленная. Но с учетом того, что один диск крашеный, этот тоже наверняка крашеный. Николай Николаевич. Как плохо, что везде ищут подвох. Что? Как плохо, когда везде ищут подвох. Вроде все хорошо, нормально общались.
Да, нормально общались. Сейчас, Вить, я прокручу колесики. Потому что я потом тупо забуду. Откроется защита. И я сразу вау туда. Фигак. Диски, кстати, покрашены не очень. Но они как минимум ровные. Это грязь, это грязь, это грязь. По крайней мере, следов от того, что они вареные, я не вижу. Шпаклеванные от барнюрной болезни, то такое дело. Вот тоже вот здесь вот будет шпаклевка чуть-чуть. Аж видно. Вау! А ну-ну-ну-ну, покажи, покажи, покажи защиту. Я к тому, что откуда она мокрая. Вся тоже в масле. Нормально. Было. Ну, теплообменник. Красивый. Тоже что-то у него вытекало. Вытекало? Почему вытекало? Ну, боже, сейчас вытекает. Не, ну сейчас с него не выдавливает. Я думаю, это просто тяжело, плохо обжат сам хомут. Потому что пыльник, в принципе, целый. Ладно, сейчас я подожду, пока Витя закончит. Правая полуось, внутренняя граната, она уже такая пок-пок-пок-пок, люфтит. Но это так, промежуточно. А я пока пошел назад. А Витёк занятый. Чуть-чуть где-то наехала, порвала. Так, панель задняя. Следов рихтовки безбожно не вижу. У меня такое ощущение, что, может быть, передний сальник обсыкался. Когда мы поменяли там все, то есть как бы. И нет этого запотевания. Ну потому что все сухо. Ну и тут следов замывания. Он, видишь, есть, как бы. Пока смотрим, сейчас снимут. Що таке замивання двигуна і навіщо це роблять? Коли у автомобіля щось зламилося, десь щось потекло, мастило, приїжджає автомобіль на ремонт, механік він знімає, лагодить, збирає і потім остатки масла він зчищає. Чим зчищає? Є такий балон, очисник називається, бруду, і їм ретельно можна все почистити, побризгати. Він бризгається, потім повітрям здувається і все становиться чистесенько. Але тут зробили не ретельно. Так, просто побризгали, здули і все. І тому десь воно чистеньке, а десь воно в мастилі. Ми подивилися і прийняли рішення, що це, ну, не те, що прийняли рішення, ми зрозуміли, що це саме від того, що не дуже якісно замили двигун, а так-то він сухий. Ну, в коробці, в середині все сухо. Шо? Вода. Это вода. Антифриз. Нет. Вода антифриз скользкий, а вода. Вода мокрая. Даже ё-моё, ну, порвал. Знаешь, болтик вижу, мокрый. Ну что это? Откуда это, блин? Я думаю, что это не замыли. Скорее всего, здесь. Ну, замытое. Мы замывали. Но. Может, теплообменник стрельнул, его меняли? А где задать вопрос? Кого-кого? Вот это машина киевских блогеров. А что, ну, за блогеры? Про рыбалку снимаете. Про рыбалку? Ну, вот с этой стороны тоже, видишь. Ну, это до конца не замыто. То есть это не свежие следы. Новый ремешочек стоит, почему-то только один. А другой еще походит. А другой типа из разряда еще походит. И ролик еще походит. Тоже? Левый тоже, но не так. Правый посильнее делает тук-тук. Понимаете, что внутренние шрусы, они тут... Они еще живые, но люфт уже есть. Не наружные, те, что не колесные, а те, которые коробочные. Сказал, кардан менялся. Ну, так было озвучено. Кардан видно, что менялся. Но люфтят. Виктор, что скажете? Не нашел ничего. Страшного. А не страшного. Полустрашное. Ну, не страшно. Я вижу, что оно тут все было замыто, но не очень качественно. Все в масле. Потому что... Не, оно видно, что оно в масле, что оно, ну, чтобы оно свежее было, я не вижу. Ну, вы хлопуху тут крутили. Знаешь, почему ее крутили? Потому что, походу, глушитель его трошки сложили. Видишь, его крутили? Ну, крутили, но это не значит, что его сложили. Если бы сложили, во-первых, бы ушла бы здесь гофра одна, вторая, а так и еще стрёне целая. При ударе так, чтобы оно сложило, то гофры порвались бы первые. Следов какой-то рихтовки или чего-то еще на выхлопной системе просто немае.
А какие колодки здесь передние стоят? Не, до того, что они трохи такие агрессивно диск жуют. Колодки ставились, ну, повинні були ставитися ті, що в оригіналі йдуть. Шруси внутрішні, я бачу, міняли, вони вже такі... Навалюєте машині? Ну, вже... Я їжджу, як пенсія. А що замивали, що тут було в мастилі? Що міняли? Нічого не міняли. Міняли масло і поставили алюмінієву пробку. Нахуй витекло, вона не прижалася, все в маслі. Де я заїжджав, вони мені міняли, медну поставили. Одеваем, опускаем, раздеваем. А я пока пошел за эндоскопом. Здесь можно расположиться? Спасибо. Я знал, что ты мне не откажешь. Что такое зеленое масло? Витя, ты знаешь зеленое моторное масло? Мы с такими не працюємо. Вот це відповідь. Вот видишь, налетик. Это чуть-чуть горело, но это не критично. Но было, подгорало масло. Зеленого никогда не видел. Вон, моторне масло. Я говорю, що його немає, я не бачив такого. Я теж не бачив сейчас. Відносно зеленого масла. Що таке зелене масло? Я особисто в своєму житті, ну, якщо не брати там МГ-17, всяке совяче масло, що було при до 91-го року випуску, я розумію, що це матюль, бо іншого я зеленого не бачив. А те, що хлопці його не бачать, це значить, що вони не так багато працюють з матюлем. Але зелене моторне масло я дійсно особисто в своєму житті бачив. Ні, так не треба путати один мотор з другим мотором. Тут, якщо є задіри, то це вже... Скільки воно стоїть? Ну, 20 просять. Задаток уже доволі? Так. Да. Зачем? Зря. Діло в тому, що коли вже є предоплата, у него есть уже психологический момент того, что он не будет упускать. Вот я здесь уже 17 вижу. Вот. А если бы не было предоплаты, то был бы шанс, что его можно было бы продавить. За такие навороты, как вот пленка, крашеные диски, обслуженная машина, никто никогда не платит. Друзья, хочу сказать про передсплату. У нас уже безліч є випадків, коли люди дають передсплату за автомобіль в тому сенсі, що він класний. Це далеко не завжди так. Не давайте ніколи передсплати, коли у вас нема повної інформації про автомобіль. Тому що, ну, тут є декілька психологічних моментів. По-перше, коли ви людині даєте кошти, вона попередньо знає, ну, наприклад, я хочу продати цей автомобіль за 20 тисяч доларів. І якщо ми там навіть знайдемо зламаний пополам коленвал, йому буде абсолютно фіолетово. Він же розуміє, що у нього вже на кармані приблизно 20 тисяч доларів є і частинку коштів, там 200, 300, 400 доларів, ви йому вже видали. І ці кошти вам ніхто ніколи не поверне. Тепер, що стосується улучайзінгів? То, що люди кажуть, я сюди вклав, туди-сюди. Друзі, за улучайзінги ніхто ніколи не доплачує. Тобто, ні за сабвуфер, не за плівку, ні за якихось дуже класні диски, не за запчастини, це звичайне обслуговування. То, що у одної людини була хотілка така, у іншої – її зовсім може не бути, її взагалі воно і не потрібно. Тому за улучайзинги три рази подумайте, чи варто їм доплачувати, якщо особисто вони вам не до смаку. Значить, саме печальне, що ми зараз подивимося всередину, якщо там є задіри, то це вже плохо. Плюс треба буде заглянути ще в розвал голови, щоб там не було антифриза з маслом. Тому що якщо є, то вже сепаратор приїхав. Я маю в виду ось цей. В сам развал позаглядываем, сейчас эндоскопом я загляну. А сейчас заглянем в цилиндр, если на клапанах большой нагар, то понимаем, что вот эта чистка уже будет с разбором головы. Потому что по-ленивому почистить не получится. Каким бы я ни был сторонником катализаторов, но вот на этой машине их нужно бы повырезать. Потому что когда вот та керамика начнет сыпаться, все задиры начинаются из-за керамического катализатора, который рассыпается и попадает в камеру сгорания. Пока ничего печального. Ты уже рассказал, блядь, что человек напрягся, блядь. Не, так это если мы там открываем, смотрим задиры, вот тогда надо напрягаться и прощаться с задатком. Ну, как прощаться? Там уже решение вам принимать надо будет. Но вот пока внешне все классно, но вот эти моторы, к ним без эндоскопа нехер подходить вообще. Так, на минимальный рубец. Снятие установка полуосей, замена цапфы, замена наружных шрусов, установка. Где здесь замена внутренних шрусов? Здесь замена только наружных шрусов. Ну, то есть вот, замена наружных шрусов, про внутренние здесь ничего не сказано. И когда тык-тык, и они с люфтом. Ну, либо поставили ему не очень хорошее, либо же... Все нормально, а мы как бы, раз мы уже добрались до документов, то можно ж почитать. Я бы не сказал, что она сильно получала. Ну, во-первых, здесь в полостях грязи нету.
А каждый раз снимать, вымывать, это тоже затейка так себе. Так, ну это сам заказный ряд, сайлентблок, опора двигателя левое, фейби. Ну, ролик натяжной, ролик обводной. Витя, скажи, пожалуйста, тут ролики менялись? Ролики? Я не вижу. Натяжитель менялся. Ролики. Вот тут из натяжителя менялся. Натяжной вижу, в списке обводной вижу. Обводной... Их несколько. Натяжщик ланцюга, есть захист ланцюга, болт, монтажный элемент, выпускной системы. Ну это то, что ты говорил, что я вижу, что он снимался. Знаешь, почему ее крутили? Потому что походу глушитель его трошки сложили. А? Когда в жопу. Видишь, его крутили. Не, сажи, кстати, немного. Вот видишь, я головой его поцарапал. Это не пишется, если что. Вот это вот, вот этот эндоскоп он не пишет, пишет другой. Поэтому вот этот вот штуку, это я поцарапал посмотреть, какой нагар на поршне. Кажут, что это машина с каналу якогось там, якихось рыбалок. Карпі, Катя Рибалка. Катя Рибалка, короче, один из самых популярных блогеров в Украине. Это моя жена. Почти 200 тысяч подписчиков. Я ничего про це не знав, бо я не рибак. І кажу вам сразу, ну, в YouTube мою машину не виставлять. Я дозволу на це не даю. А якщо вона буде продана? І якщо продана, то хай виставляєте, що ви хочете, то робіть. А що, є що скривати? Ні, мені нема що скривати. Ну просто, ну, моя машина, її і так всі знають. Ви ж дивитесь, що мені скривати. Зараз я розкажу особисто свою думку, то, як я бачу цю ситуацію. Тобто хлопчина продає автомобіль, він медійна лічність, він каже, я там у нас, такий канал, каналіще, егегей. Но, якщо автомобіль не буде проданий, я забороняю, щоб ви показували цей автомобіль. А якщо буде проданий, то мені пофіг, показуйте. У мене особиста думка склалась така, що якщо ми покажемо всі недоліки цього автомобіля, він не продасть цей автомобіль за двадцятку. От хто би що не казав, це тупо переоцінена тачка на той момент, коли ми знімали. Це особисто моя думка. А що ви про це скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що там? Пока хон. Пока все хорошо. Його би чуть ніже опустити. Зараз я прокручу. Эндоскопию не делали? Когда прогоняли, делали. В этом цилиндре, ну, видео потом скину, покажу, одна, ну и по одной тонкой в крайних цилиндрах. Здесь по одной тонкой, а там три, ну, потертости точно задиры, ну, они мелкие, скажем так, но они уже есть. Потому что они, если вот здесь, можно сказать, потертости, потому что сверху на них хон видно, то там задира вот эта вот, она тонкая, уже перетирает линию хона. Вот это уже задиры. То есть если в цих потертостях, то это уже задиры. В развале головы оно трохи гівниця є, це означає, що в сепаратор також ніхто не лазив. І йому вже скоро вже буде добрий день. Який сепаратор? Біля компресора. Чесно кажучи, я думав, що я вільно спілкуюся українською мовою. Але коли Олександр хлопчина, що продає цей автомобіль, запитав мене, як працює сепаратор, я, чесно кажучи, заглючив. Я не розумію, як пояснити на українській мові. Прилад, де зустрічається антифріз, мастило, повітря з двигуна, вакуум з компресора, також участвують ще дві голови, і я, чесно кажучи, завіс.
Це я до того, що як собака, розумію, але пояснити не скажу. Але я знаю точно одне, коли з цього сепаратора вже витікає з в одну сторону мастило, в другу сторону антифріз, то це вже шляпа, то вже не є добре і його потрібно міняти. Ну, сказати, що там очень плохо. Не, хороший цвіт. Ні, як тому, що, видите, нагар уже є. І вот этот вот нагар є на клапанах. З учетом того, що... Ну, вроде бы и масло низкозольное заливается, имеется в виду то, которое горит при высоких температурах. Собирай. Откуда берутся задиры? На клапанах. Получается нагар, потом оно откалывается и начинает задирать. Чем плохи задиры? Это будет масложор? Масложор — это плохо. А вот эти моторы починить от задиры, ну, это уже гильзовать. Если оно усугубляться не будет, то оно так и будет ездить. Чаще менять масло, да, чтобы оно вымывалось. Но это уже начало того, что он подёрт. Больше всего пострадал вот этот цилиндр. Mm. То есть там раз, два, три, четыре, пять таких глубоких полосочек. Если во всех остальных просто такие легкие потертости сверху по хону, то здесь аж хон прорезан. Ей пока не жопа, но это вопрос времени. Дать гарантию на этот автомобиль на месяц запросто. Ну, я просто понимаю, что он проходит и больше. Но понимаете, что если ему будете давать коксу, кормить его некачественным маслом, то это история ненадолго. Я не из тех людей. День я зарабатывал сам, ни один родитель не помог, не дал. Поэтому я понимаю цену. Здесь на самом деле, на самом деле, то, что вот озвучено, ну вот сказать, что все, пипец, вот надо, сука, бежать от этой машины. Нет. Первый тревожный кабанчик уже есть, то, что у нее ненормально. Но мы понимаем, что подходя к такому мотору, без эндоскопа к нему вообще нихер подходить. Потому что, ну, задира — это когда вот взять нечто такое, потереть об асфальт. Вот тогда эффект задиров. Здесь пока есть такие царапки, да? Царапины. Но на этом цилиндре они уже достаточно глубокие. И здесь нагар на клапанах, он будет появляться чаще. Ну, не усугублять, совет. Как не усугублять? Низкозольное масло и чаще его менять. Низко. Я напишу. Это масло с высокой температурой горения, точки кипения. Есть? Фирмы, марки там, есть. Маркировка фирмы. Судя по документам, вот чем выше последняя цифра после W, вот 50-60, очень хорошо. Вот это как раз масло для... Это для таких вентилей. Для... Правильно, то есть, ну, судя по бумагам, тут залито все правильно. Да. И судя по самому обслуживанию, я не могу сказать, что это конченая машина. Но есть нюансы. Легкие нюансы уже на ней есть. Низкозольное масло — это на русском языке. Якщо українською мовою, це, напевно, низкопопелово. Тобто зола – це є попіл. І я об'ясню на русском языке. Низкозольне масло, там є сульфіти, сульфати, всякі метали. І коли вот эта хрень горить на температурі очень високій, то вот эти всякі присадки, вони перетворюються, як буде на русском, неважно, вони превращаються в метали. І іменно вот эти вот метали образовуються коржами на клапанах, потом отрываются, и именно вот эти вот металлы продирают вот эту вот стенки цилиндров, что не есть хорошо. И все это идет из-за масложора, и все это идет из-за того, что там применяется не низкозольное масло. То есть современное масло — это масло, содержащее низкий коэффициент золы. Думаю, доходчиво объяснил. Вот неугомонные. А как вам машина, пацаны? Че нет? А почему нет? А что-что? Зачем оно туда задиры? Ну, задиры там серьезно. Там не совсем задиры, там царапины. Ну, там год покататься и будет задиры. Вот этот вот кипиш устраивается для того, кто продает автомобиль. Потому что задиры — это немножко другое. Вот. Но царапины есть — это уже начало конца. То есть там... Это еще не приговор этой машине. Ну, просто если там тапок в пол давать или еще что-то, вот есть как тапок в пол, то вот так вот. А если тапок в пол, то надо покупать машину, которая уже гильзованная после 15 года. Поэтому в ваших руках она сдохнет довольно быстро. Поэтому все познается в сравнении. Ну, за... Я знаю, что за дохера, но там есть один минус. Он уже отдал за нее предоплату. Сколько?
Я не спрашивал, сколько. $100. Здесь вопрос заключается, ну, я вижу цену 17, но он за нее 17 не отдаст. Он ценит то, что он вкинул дохерище в нее баблище. Вот, поэтому, ну... Не, ну состояние ее классное. Состояние классное, но не за 20. У мене, а у вас є фотографії того ендоскопа, що вам робили? Бо у мене є підозра, що це оця історія, це не свіже. Ні, це воно так і було. Вони мені казали за ці рази. Ну, ще спочатку тільки пригнали. Ні, ви казали, що, ви казали, що задірів не було. Ні, задірів не було, риски, вони мені сказали, що риски. А є фотографії якісь? Немає, може записати. А ви бачили, чи, ні, чи вони просто сказали? Вони сказали, я не дивлюся. Я би поторгувався. Як тому, що є за що? Торгуватися ми будемо по-любому. Ключа у нього два або один? А батарейки давно меняли? И вот в этом надо поменять. В одном на 155 тысячах. То есть 15 тысяч назад. Не, какой 15? 6. Блин, математик с меня так себе, честно говоря. А второй, да, отрыгнул. Вот недавно, 700 километров назад. А она прошита или нет? Только она, ну, что русский. Не-не, я маю на увазе сам двигун. Экология же на месте. Щоб прошивати екологію, то вирізали. Не спорь, я тебе прошу, не спорь. Давай, займаємося машиною. Ні, іноді можна просто чуть-чуть змінити углы опережения зажигания. Многие считают этой прошивкой. Оно вот такая левая, но иногда делают. Типа, краще їде, менше жре, а по факту там Аліс. А що, ти спішиш куди-то? У тебе діти кричать? Ні, у мене куча роботи ще є. Зараз посмотрим, скільки він раз перегрівався. І перегрівався ли. Так, поток даних. Нажми на тормоз. А нормально там. Подушки Швейби стоят. Здесь легкий толчок. Перегревов он не отхватывал, то есть максимальная температура, с которой он ездил, там 108 градусов. Было замечено один раз за последние 9 тысяч, что он стартовал с минимальной холодной коробкой, ну, с не нагретым маслом, а так, в принципе, вообще ничего. Лично для меня один офигенно здоровый минус — это то, что в одном цилиндре есть таких 5, ну, не задиров, царапин, назовем так, потому что задиры, они не глубокие. Если в другом цилиндре есть потертость, которая сверху по хону, вот как бы есть потертость и видно, я думаю, я приложу, прицепите картинку, то в других есть 1, 2, 3, 4, 5 в одном цилиндре в первом. Кричать, бежать, вот двумя руками хвататься за этот автомобиль, ну, не знаю, ухоженный, но все зависит от стиля вождения. То есть, если ей будут давать под хвост, то скоро это будет капиталка. Ну, как скоро? Вот так как наш молодняк ездит, те, которые камеры в руках держат, то им этого надолго не хватит. А те, кто... Вот парень говорит, я буду ездить аккуратно. Ну, если аккуратно, то оно еще поживет. Поэтому ситуация такая стрёмная. Вот если был бы мотор после 15-го года... Там легче, там блок гильзованный, а здесь он нифига не гильзованный. Я уверен, что сейчас они поедут, нифига там страшного не будет. И разгоняться оно будет нормально, динамически, и провала в коробке не будет. Потому что если бы было, то это было бы отображено. За последние 9 тысяч ей не чистили историю, то есть она вся есть, но последние 9 тысяч. С учетом того, что все поменяно, и адекватный вопрос, ответ на вопрос я получил, почему все в масле, потому что пробочку поставили не ту, оно все начало течь, все выливаться, пошел минимальный уровень масла, и все засрало. Помыли где смогли, но помыли не везде. Масло в развале головы, ну, там на самом деле его чуть-чуть, но вот если туда лезть, я бы уже на самом деле регулировал бы клапана. Чистил бы клапана, потому что вот снять компрессор — это полбеды для того, чтобы поменять сепаратор. Надолго его брать и давать под хвост, вот я бы точно не рекомендовал. Поэтому парень, который обратился к нам за подбором, а я опять вообще случайно здесь оказался, я приехал просто отдать машину парню, а здесь, ну, не смог я не посмотреть Audi. Audi красивая, обтянутая. А потом в середине осмотра мне еще сказали, что это машина какого-то известного блогера, которого я в глаза никогда не видел. А не видел по причине, потому что он, ну, какой-то рыбак, моторные лодки. Все, что с этим связано, я на воде, честно говоря, ездил на лодках, прав нету. Я вообще нифига не рыбак, поэтому я его, наверное, и не знаю. Фіналочка. Якщо дуже багато не розповідати про автомобіля, про нього можна багато розповідати, то я можу сказати одне.
Я особисто рахую, що двадцятка за нього трохи за дохура, тому що, да, автомобіль обслуговували, але ж йому і давали, мається на увазі, і причепа такого, блін, здоровецького чіпляли мені тут, поки зараз монтуємо відео, хлопці показували. Тому при совокупності подій, а ще вже є декілька царапин по циліндру, начебто і нормально, але я думаю, що це трохи за дохура. І враховуючи плюс різна гума, коротше, по совокупності факторів, моя думка, що трошки забагато, можна було б і дешевше. А ви що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Цікаво було подивитися ще на його дружину Катю Рибалку, щоб вона розповіла про цей автомобіль. Бо насправді це канал її, машина, я думаю, також більш її, ніж його. Хоча, можливо, я й помиляюся, я цього не знаю. Не хочу. Мені є що робити, і тут же ж не конфліктна ситуація. Тут же ж справа в тому, що він каже, машина ідеальна. Мене що зачепило? Мене зачепило те, що він каже, блін, машина ідеальна. Коли машина ідеальна, ніхто ніколи не буде заперечувати, щоб знімати. А тут, типа, якщо не продам, забороняю. І тут мене, блін, штори як накрилися.